Студенты Академии ЦИСКО имеют возможность выполнять лабораторные работы, находясь в любой точке земного шара. В Киеве, в Москве, в Сан-Тропе, где угодно. Если у вас есть доступ к интернету, вы можете с легкостью подключиться к удаленному оборудованию ЦИСКО. Чтобы получить доступ к оборудованию, пройдите по ссылке lab.edu-cisco.org. На главной странице в календаре выберите свободную дату и время, когда хотите поработать. После отправьте инструктору на электронный ящик info@edu-cisco.org письмо, в котором сообщите о желании воспользоваться оборудованием и укажите выбранную дату и время. Получив сообщение, инструктор бронирует ваше время в общем календаре. После вам на электронную почту приходит письмо с паролем, который необходим для доступа к консоли настройки. Благодаря такой процедуре в одно время к оборудованию может подключиться только один студент. Рассмотрим подробнее сам ресурс. Вкладка Topology. Здесь полностью изображена логическая топология сети с оборудованием, установленным на стойке. Вкладка Review. Здесь вы найдете описание лабораторного макета. Внимательно ознакомьтесь перед работой. Обратите внимание, что внизу страницы находятся инструкции для настройки соединения IPv6. Вкладка «Консоль». Перед тем, как перейти ко вкладке «Консоль», нужно уточнить один момент. Для того, чтобы Java Applets работали верно, обязательно установите последнюю версию Java и разрешите ей доступ к интернет-ресурсу. Для этого нужно открыть панель управления, Java, вкладка Security, Edit Site List и ввести ссылку на интернет-ресурс. Окей, окей. Закрываем. Из выпадающего списка во вкладке «Консоль» вы можете выбрать одно из оконечных устройств для настройки. Например, выберем хост 1.1. Перед нами появляется окно. Нажмите кнопку «Run». Если окно не появляется, проверьте настройки безопасности вашего браузера. Сейчас мы видим, что все работает верно. Нажав на саму кнопку «Консоль», вы перейдете на страницу консоли, с помощью которой можете подключиться к оборудованию ЦИСКО. Введите предоставленный вам пароль. Обратите внимание, что пароль не отображается, поэтому вводите его внимательно. Перед нами меню терминального сервера. Мы видим 16 устройств. Выберите любое устройство для настройки. Например, выберем Switch 1. Он находится под номером 9. Вводим 9, Enter. И можете выполнять настройку. Для того, чтобы вернуться в главное меню, нажмите комбинацию клавиш Ctrl-Shift-6, затем нажмите X. Напоминание об этом действии всегда висит в меню сверху. По окончанию работы обязательно верните настройки в прежний вид. Теперь вы знаете, как проходить практику удаленно. Оставляйте свои вопросы в комментариях под видео или в обсуждении ВКонтакте. Успехов в учебе! Специалисты с международно признанной квалификацией CCNA способны проектировать, настраивать, а также эксплуатировать компьютерные сети и соответствующее оборудование как небольших предприятий, так и огромных интернет-провайдеров. Среди них можешь оказаться и ты. Начни свою карьеру инженера сетевых технологий в IT-сфере вместе с ЦИСКО.